Здравствуйте, друзья! 2 октября в Москве произошел конфликт между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Сегодня стали известны подробности потасовки между спортсменами. Бойцы подрались в одном из московских баров. Очную встречу Александра и Михаила организовал блогер Азамат Бастанов. Видео подтверждает, что Кокляев получил рассечение из-за броска кепкой. Однако перед этим сам спровоцировал соперника, совершив аналогичное действие. Сам же Александр прокомментировал свою стычку с Михаилом Кокляевым. «Наглый Миша, хочу заметить, не я это начал. Острые козырьки», — написал Емельяненко в своем инстаграм-канале. Напомню, 29 ноября Емельяненко и Кокляеву предстоит бой, он пройдет по правилам бокса. Недавно АЕ сравнил будущего соперника с жирной пандой. Есть информация, что Кокляев получит за бой с Емельяненко порядка 80 тысяч долларов, а стандартный гонорар Александра примерно в 2 раза больше. Тони Фергюсон в очередной раз подшутил над своим возможным соперником Хабибом Нурмагомедовым. В твиттер Эль Кукуй разместил шуточное видео. Тони шутит о любви дагестанца тирамису. Говорил это раньше, скажу опять, чувак, мне нравится быть черепашкой. Вторник, тирамису, время Хабиба. Так Фергюсон подписал свой пост. Напомню, поединок Тони с Хабибом много раз срывался из-за травм и проблем с весогонкой. Ожидается, что Фергюсон — главный претендент на следующий поединок с чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Такие вот последние новости в мире ММА, друзья. Кому понравилось, ставьте палец вверх и не забывайте подписаться. До скорой встречи!